Одеваем. Следует помнить, что при работе с агрессивными веществами необходимо применять индивидуальные средства защиты. Водный аммиак, концентрированные кислоты из больших бутылей переливают в противогазы. Из небольших сосудов под вытяжной вентиляцией. При проливании на пол надевают респиратор или противогаз, засыпают место хлорной известью или 1% раствора перманганата калия и смывают большим количеством воды. После этого помещение тщательно вентилируется. Предельно допустимая концентрация